Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне грустно от того, что мной пренебрегают постоянно, я ничего не могу понять. Думал, вот надел из-за одежды, но купила новую вещь, люди все равно пренебрегают мной, повышают голос. И дальше вы описываете несколько ситуаций, где, как вам кажется, вами пренебрегают. Вот. Если честно, то вот именно в тех ситуациях, которые вы описываете, да, как будто бы нет пренебрежения именно вами. Есть просто, ну, недобросовестное выполнение своих задач, вот, и все. Поэтому я вот, честно говоря, не уверен, что в этих ситуациях, которые вы описываете, вами конкретно пренебрегали, а не, например, там, допустим, люди просто недоброкачественно, да, плохо, ну, делали свою работу, например, вот. Ну, лично мне, по крайней мере, вот, видится это все в таком ключе. А другое дело, что вы сами видите в этом значит, ну, пренебрежение. И вот это уже интересно. Вот. Вероятно, вы сами в какой-то степени, вот, а может быть, чувствуете, что вам как-то, может быть, хотелось бы кем-то пренебречь. Вот. Естественно, это на данный момент это просто мое предположение. Вот, я могу ошибаться, могу быть неправ. Вот. То есть тут нужно, конечно, ну, исследовать как-то эту ситуацию более подробно. Да, у вас, очевидно, несколько занижена самооценка, плюс вы, на мой взгляд, на все свое внимание и все свои силы, вот, вы обращаете исключительно во внешнюю, ну, во внешний мир, вот, во внешнюю историю, тогда как мне кажется, что нужно было бы больше внимания уделять себе и тому, что вы чувствуете, тому, что вы хотите, вот, а не вот это вот история
когда от того, насколько хорошо вам сделали пиццу, вот. Ну, ни много ни мало. Зависит как вы будете себя чувствовать. Вот. То есть, ну, в такой ситуации вас, как мне кажется, довольно легко обесценить. Потому что, ну, вот человеку получается достаточно просто плохо сделать свою работу. Да, человек получается достаточно просто как-то вот нехорошо сделать, то и все, и вас обесценят. Вот. Поэтому я думаю, что вы, ну, как-то вот к себе, в первую очередь, относитесь не очень хорошо, вот, но приписываете другим людям, вот это самое не очень хорошее отношение к себе, вы сами. Вот. Ну, на мой взгляд, вам нужно это корректировать в первую очередь. Я прочитал некоторые ваши, значит, предыдущие вопросы. Вот, они в какой-то степени про одно и то же, то есть про то, что вот где-то вас ущемляют, вот, где-то. Вот где-то как-то вас ущемляют. И дело не в том, что вы должны, ну, как-то, знаете, спокойно смотреть на это. Конечно, нет. Не нужно на это спокойно смотреть, и не нужно терпеть, если вам что-то не нравится. Речь скорее идет о том, как вы к себе относитесь в этом контексте. Речь скорее идет о том, какие выводы вы делаете, как вы конкретно себя защищаете. Вот. А в этой ситуации, где вы обращаете много внимания на какие-то обстоятельства, да, на то, кто что сделал для вас и так далее, мне кажется, что легко действительно почувствовать и пренебрежение и так далее, потому что у людей куча забот, вы там не всегда на первом месте. Но момент заключается в том, что вы как будто бы не чувствуете себя, не чувствуете, да, например, куда вы идете, да, вот, к чему вы идете, да, для чего вы идете, что для вас важно, там, что для вас приоритет и так далее, и так далее. Вот. А в мелочах, ну, естественно, вас легко обесценить, как я уже сказал, вот.
То есть в мелочах очень легко сделать так, чтобы вам было плохо. Потому что очень многие вещи, да, в мире, ну, происходят не идеально. Это важно понимать. Вот. Да, нужно, конечно, безусловно, нужно свои интересы защищать, само собой. Никто с этим не спорит, и я прошу правильного меня понять, я ни в коем случае не говорю о том, что вы должны терпеть что-то. Нет, вы не должны. Но я повторюсь, что у меня есть ощущение, что вы брошены, покинуты, как бы, самой собой, вот. Такое у меня есть ощущение. И если это так, ну вот, если это действительно так, то я думаю, что это, в первую очередь, чувствуют люди, когда с вами, когда с вами общаются, когда с вами взаимодействуют. Вот. И дело не в том, что вы себе покупаете, не в том, что вам хорошо сделают пиццу, а в том, что внутри вас присутствует вот это вот, так сказать, такая, знаете, ну, если угодно, просто это будет чревоточинка, да? Вот. То есть, пусть это будет вот такая чревоточинка, которая как бы, ну, вот все время отравляет вам жизнь. Вот. Мешает вам и так далее. Эта чревоточинка, на мой взгляд, она связана с тем, как вы к себе относитесь. Вот. Ну, ни в коем случае не с тем, как вам относятся другие люди. Вот. Вот, пожалуй, то, что хотел вам, собственно, сейчас сказать с точки зрения психологии, да, и с точки зрения вот психотерапии. Значит, что, надеюсь, что вам это было полезно, интересно, нужно, как мне, ну, как мне кажется, в первую очередь вырабатывать опору на себя, вот. А дальше уже смотреть,
Значит, в какую сторону вы хотели бы идти? Ну, сами, я имею в виду. Куда бы вы хотели бы двигаться, да? Для чего вы хотели бы двигаться и так далее. То есть как-то вот повышать в этом смысле свою осознанность, вот, потому что сейчас, на мой скромный взгляд, она, то бишь, ваша осознанность оставляет желать лучшего, вот. И то, как вы обращаете свое внимание на какие-то детали, вот, а говорит о том, по крайней мере, по моему мнению, вот, говорит о том, что вы не очень интересуетесь своей жизнью, вот, и, ну, как бы, больше обращены именно вот на какую-то такую внешнюю историю, которая вам, понятное дело, ничего хорошего не несет. Вот, иными словами, если вы, скажем так, подготовлены к тому, чтобы раниться, да, то вы будете раниться. Вот. Если вы подготовлены к тому, чтобы увидеть негатив, ну, в поведении, да, людей, вот, то вы будете его видеть там. Это правда. Вот. Вот то, что я хотел бы вам сказать. Поэтому можно, конечно, обвинять людей, да, вот в том, что они там как-то себя ведут, ну, неправильно по отношению к вам. Ну, на мой взгляд, люди изменить вы не можете, а вот показать, как с вами можно и нужно общаться, это вполне возможно, вполне по вашим силам. Вот. Но для этого нужно же чувствовать себя, да, чувствовать свои приоритеты. Ну вот, пожалуй, что вы же этого как будто бы не делаете. И, по сути,
любому человеку, который как-то себя ведет, не так по отношению к вам, вот, он будет уже расцениваться вами как тот, кто пренебрегает, вы будете об этом раниться, и вам будет, в общем и целом, довольно тяжело. Вот. Поэтому я думаю, какая-то такая история. Здесь, вот, ну, надеюсь, что вам это было интересно. Вот, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, всего вам самого хорошего.